Любим учиться, строить, мечтать, супер идеи проекта площадь. Город на Лисьей горе. Результат работы команды Лего-мастерята. Шестилетних воспитанников детского сада номер 82. Объединение «Радость». В ней самые способные из тех, кто занимается здесь робототехникой. Победители январских конкурсов научно-технического творчества в Екатеринбурге и Перми представили проект почетному гостю, главе города Владиславу Пинаеву. Мы берем много ребят, но кто-то в процессе отсеивается, потому что бывает неинтересно. Но это нормально, потому что ему интересно в другом месте. Пожалуйста, вот здесь подобралась команда у нас, да, педагог заинтересован, ребята заинтересованы. Мы готовы показать свои знания, умения и возможности. Заняв первое место на региональном этапе Всероссийского технологического фестиваля «Робофест» в Перми, «Лего-мастерята» получили право отправиться на национальный чемпионат в Красноярск. Рассказали Владиславу Пинаеву, для которого провели небольшую экскурсию по дошкольному учреждению. На просьбу об оказании команде в связи с этим финансовой поддержки глава города дал положительный ответ. И от садика очень хорошее впечатление. Вот, конечно. Ну и от того, что делают ребята в таком возрасте, это действительно инициатива, это просто наши одаренные дети, там, хорошие родители, хорошие воспитатели, те, кто дают такую возможность вот, участвовать в такого рода соревнованиях. Ну и самое главное, это возможность юным тагильчанам показать себя, ну и самое главное, прославить город. Лего-мастерят ждут в Сибири 14 февраля. В случае успеха появится возможность поехать на международные соревнования за рубеж.